Посмотрите, какая у нас зима. Всем приветики. Столько снега навалило. Красота. На детской площадке детей пока нету. Вот, пошлите смотреть распаковку очередной алмазной вышивки. Там тоже зимний сюжетик. Давайте посмотрим. Всем-всем приветики, приветики. Сегодня буду показывать очередную алмазную вышивку с AliExpress. Я знаю, что там находится. Ой, пакетик порезал. Ой, что-то мимо режу. Так. И сейчас покажу вам. Рассмотрим полотно. Ой. Стразики, какой здесь инструмент. Все вам покажу. Так, все. Больше в пакете нет ничего. Смотрим. Мне пришла вот такая картина. Так, отсвечивает, да, 5 минут от окна. Вот, смотрите. Как вам? Размер картины будет 30 на 40. Так, и 29 цветов. Маловато. Ну, в принципе, тут по цветам не разгуляешься. Посмотрим, какие стразики. Потом посмотрим полотно. Смотрим стразики. Так. Стразы здесь квадратные. 29 цветов. Так, пакетик открытый. Сразу высыпались мамочки. Собираем их назад. Куда вы разбежались? Так. И будем смотреть, какие же здесь у нас цвета. Так, надеюсь, что все пакетики, количество пакетиков будет 29. И надеюсь, самих страз тоже у нас хватит. Так, еще розовую нашла стразинку. Я смотрю, здесь нету черного цвета, да, это у меня уже радует, так как черный цвет у китайцев все время какой-то портачный. Смотрим. Ну, картина сразу говорит, что будет не яркая, поэтому у нас мы не ожидаем тут каких-то ярких красок встретить. В основном это такие все спокойные тона. Посмотрите, коричневые, серо-коричневые, такие кофейные. Так, вот еще такое тоже коричневый. Всевозможные коричневые оттенки. Посмотрите, сколько коричневого цвета. Это коричнево-кофейные, такие вот потемнее коричневый. Еще коричневый. Вот такой коричневый. Смотрите, сколько много коричневого. Так, это, ну, это бежевые. Ну, все равно из той же серии. Посмотрите, сколько пакетиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 только коричневых цветов у нас получается. Коричневого цвета, разного оттеночка. Так, теперь серые. Серые. Такой. Так, это еще один такой тоже, какой-то кофейный. Так, еще серый, потемнее серый. Такой серо-зеленый. И темненький зеленый, да? Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это серых только оттеночков будет. Так, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Так, пакеты все на месте. Дальше смотрим, какие еще есть оттенки. Так, вот такой вот бежевый. И вот такой вот светлый-светлый хаки цвет. Ну, видим, да, что яркости в картине не будет. Вот такой вот белый пакетик. Понятное дело, потому что у нас на сюжете зима. Так, что у меня розовые стразы повысыпались тут. Нужно их пособирать.
Еще какой-то пакет, что ли? А, вот есть два пакетика розового, такой персиково-нежно-розовый такой вот какой-то цвет. Два пакетика. И остальные пакетики это синие. Вот такой светло-светло-фиолетовый, синий-сиреневый. Ой, синяя, господи, не сиреневая, серый. Так, вот такой вот. А вот еще вот этот вот такой цвет, он как, ну, у вас он смотрится как будто черный, но это такой, знаете, как шоколад шоколадный, я его называю. Вот, это тогда коричневым. Так, вот такой синенький, голубенький. Вот такой потемнее синий. Еще темнее синий. И вот такой синий. Так, вот эти как будто два одинаковых по цвету, но... Ну, как вот смотрится, как будто два одинаковых. Хотя DMC здесь разные. Ну, посмотрим. Так, и такой еще один пакетик синя-серого оттеночка. Вот. Ну, сразу вроде как все хорошего качества. Хотя кажется мне вот, что белый вот здесь немножечко помельче, чем вот взять, например, серый. Мне кажется, сами стразинки как будто меньше размера. Ну, может быть, мне это просто кажется. Так, вот такие здесь стразы в этой картине. Теперь посмотрим. Так, инструмент, да, я вам не показала инструмент, но инструмент здесь не сильно такой супер-пуперный, как говорится. Обычный, средний. Так, стразики в сторонку. Посмотрим инструмент. Лоточек. Обыкновенный, белый. Смотрите, здесь он с какими-то зазубринами. Так, обыкновенный пинцетик, который гнется куда хочешь. Так, насадочка на 10 стразиков. Стилус с насадкой на 4 стразика. И резиночка для пальчиков. Удобно. Ну, обыкновенный стилус. Ничего здесь тоже особенного нету. И две галеты для стилуса. Так, вот такой инструмент. Скажем так, такой средненький инструмент. Нормальный. Дальше будем смотреть полотно. Покажу вам поближе полотно. Значит, упаковано довольно хорошо, не мятое пришло. Думаю, будет все хорошо там. Значит, вот такой намотано на валик. Упаковано в такую пленочку. Сейчас мы ее вскроем. Так, еще где-то здесь скотчик должен быть. Мы его сейчас отрежем, чтобы это дело было побыстрее. Так. Убираем скотч. И открываем. Это что-то, этот полотно какое-то тонюсенькое. Мне кажется, как будто... Не знаю, мне кажется, сама вот эта вот клеенка прям тонюсенькая. Так, вот валик. Значит, полотно у нас от Evershine. Сейчас замерим, насколько у нас будет сантиметров само изображение. Мерю чисто изображение. Так, здесь вместо 40-39, но если с клеевым слоем, вот здесь немножко заходит, за изображение 40 будет. Придется докладывать пару рядков. И здесь по ширине 29,5. Также есть тут запас липкого слоя, можно доложить. Ну, полотно, я вам скажу, идеальное. Смотрите. Хорошее полотно. Так, вот покажу вам, какая будет картинка. Смотрите, красивая, да? Мне нравится такая зима. На заднем плане церковь стоит. И здесь елочки, снежок. Что-то там синее виднеется у нас. Так вот, 30 на 40, 29 цветов. И давайте посмотрим пропечаточку. Какая здесь пропечатка? Открываем. Бумага разделена хорошо у нас на три полосы. Это удобно. Ну, даже если она будет не разделена, мы
Мы же можем сами ее разделить. А, не на три, на две. Одна вот такая широкая, а вторая поуже. Смотрите, какая вторая широкая. Как-то тут не прорезали, да? Так, видно вам? Интересно, первый раз мне так попалось, что одна полоска узкая, как будто вот не прорезали вторую полосу пополам. И смотрите, какая красота. Да, синего здесь достаточно будет. Вот если это восьмерка. Восьмерка у нас. 14 номер. Да, это вот такой синий будет. Вот в этих местах это будет такой ярко-синий. Это хорошо. Картина будет переливаться. Так, пропечаточка. Хорошая. У меня тут лампы отсвечивают сверху. Да, хорошая. Ну, овершайн всегда хорошая пропечатка. Никаких замудренных символов, всяких значков, крючков таких нету. Все просто и понятно, и четко. Все, мне все здесь нравится. Смотрите, вот так я немножко подниму, чтобы не отсвечивала. Посмотрите. Прям красивая. Красивый сюжет. Мне нравится. Красиво. Так, ну вроде про все рассказала, показала. Теперь буду с вами прощаться. Заходите на мой канал. Подписывайтесь, если вам нравится мой канал. Нажимайте на колокольчик, ставьте пальчики вверх, пальчики вниз. Пишите комментарии. Буду рада прочитать и ответить на них. Всем желаю здоровья и всем говорю пока-пока!